Транспортную схему Нижнего Новгорода снова меняют. Первые обсуждения состоятся уже на этой неделе. Власти города хотят устранить несколько частных маршрутов, заменив их социальными автобусами. Факт выезда там, частных перевозчиков и охота за нашими нижегородцами пиковые часы для нас неприемлемы. Тем не менее, администрация продлевает договоры с частниками, несмотря на то, что перевозчики нарушают установленные правила. Узнай больше о событиях Нижнего Новгорода на Первом городском телеканале. Следи за городом.